Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Final Fantasy 16. Ну что ж, пора проверить нашу подружку. Сейчас, секундочку, только что я хотел сделать. Что-то у нас здесь на рабочем столе появилось, да? Тише в Доминионе. Дармикийцы и имперцы решили выжидать, скалясь друг на друга, как дворняги. Но на первый шаг никто не решается, словно поняли, в какую паршивую ситуацию сами себя загнали. Буду извещать тебя в любом случае, но была бы возможность, я бы поставил на то, что в ближайшее время в Доминионе ничего не изменится, Геф. Понятно. Ярчайшее пламя. Лорд Маркиз, не перестану просить у вас прощения за прием, который мои люди оказали вам в округе Лазарь. Надеюсь, вы понимаете, что уж кого-кого, а вас мы точно не ожидали увидеть на своем пороге. За это короткое время я убедился, что вы нисколько не изменились с нашего похода в болото Стилвинд. Были хранителем наследия Эрцгерцога, и мы остались. Жаль, что сэр Тайлер, лорд-командующий, да и все, кого мы потеряли в ту ночь, не видят, как ярко горит ваше пламя. Я и мои стражи огня клянемся в верности правому делу и гордимся возможностью служить под вашим началом, Уэйд. Лазарет у нас с другой стороны, хорошо. Что-нибудь у тебя есть новенькое? Скажи-ка мне, пожалуйста. Удиви меня. Во, ничего себе, платиновый меч. На 5 аж единиц урона больше. Ну давайте, ладно. Может быть, хотя бы его можно улучшить? Хотелось бы узнать. Постой. А у нас кузнец как раз таки с той стороны. Что у нас тут поменялось? Зал доблести. Так, подожди-ка, нет, режим аркада, да, там получает, скорее всего, новые, да-да-да-да, возможности. Можно повторить новые этапы, хорошо, пошли, но последний пунктик по-прежнему закрыт. Любопытненько. Ну, игра, конечно, тормозит пипец. Что-то до сих пор патчи не видать, ребята, разработчики, да вы чё? Это же не серьезно от слова совсем. Что-то новое появилось, да? Взглянуть на доску для охотника. Вот новые появились. Смотри, минотавры веками жили в горных регионах Розарии, однако с недавних пор вдруг начали спускаться на равнины и охотятся на болотах вокруг привала Марты. Среди этих чудищ есть особо крупный экземпляр, видимо, вожак, решивший направить своих подданных на юг. От него стоит избавиться, не то вскоре зверолюды заявятся и в сам привал. Хорошо, и вот еще северян. В развалинах павших возле привала Марты пробудился крайне опасный отголосок. Когда к нему приближается человек, пусть даже безоружный, он направляет в его сторону огненный поток, которым и без того уже выжег значительную часть растительности в округе. Сокрушители проклятия будут благодарны тому, кто заглушит этот голос из прошлого. К северу от бухты Палача Розария. Хорошо, к западу от пути Рианона Розария. Сломанная рукоять Розария, ясный путь Сэндбрик. Хорошо. А есть у меня эта хрень, типа, ну, где-нибудь, чтобы я запомнить мог? Дневник, подожди-ка, охота есть? Выполненные задания, подожди, странно как-то. Это не то. Основной сюжетный прогресс. Тоже, видишь, типа, нифига нет. А в чем прикол? Почему они сделали так? Почему этого нет у нас в, ну, в меню, чтобы я мог, ну, знать, где искать, чтобы я не бегал постоянно к доске. Странно сделали, конечно. Ладно, что у нас тут? Получается, растущее пламя. Я вот не помню, что у меня стоит-то. Багровый вихрь. Кстати, неплохая штука. Давай эту штуку прокачаем. Вот эту прокачаем. Что еще я могу качнуть? Смотри, здесь что-то новенькое. Удерживайте треугольник, чтобы усилить магический заряд. Хорошо. Потом здесь уже не могу прокачать. Хорошо. Ну, все остальное прокачать пока что. Почему? Вот здесь вот могу. Создайте шаровую молнию, которая при ударе по цели поразит еще несколько противников поблизости. Ну, вроде все. Подожди-ка. Кузнец. Кузнечище. А где же он вообще был у нас? Слегка потерялся. Погоди-ка. Вроде в той степи там, где я был, да? По-моему, да.
Ну, там у нас Марта, а вот там кузнец должен быть. Да, все верно. И что-то можно улучшить, судя по всему, да? Наконец-таки. А, вот, платиновый меч плюс один. Давайте. Платиновый пояс. Ну, типа, меньше здоровья, но защита повыше, не хочу. Здесь тоже усилить что-то могу. Платиновый меч плюс два. Наконец-таки, ребята, вы представляете? Чудеса какие-то. Все, пошли. Что-то новенькое, мы можем улучшать предметы. Пройдя больше половины игры. Ай, блин. Пойдем проверим нашу подружайку. Я сделала, что могла. Остальное в твоих руках. Тебе нужно беречь себя. Поняла. Спасибо тебе. Проклятие распространяется. Ей нужно отдыхать. Если тебе больно, не нужно это скрывать. Я все пойму. Я могу потерпеть. Но не обязана. Хватит себя. А ты не обязан сражаться один. Клайв, у тебя есть мы. Твой пример побуждает и нас вести упорную борьбу. Хотя, возможно, ты просто мечтаешь спасти мир в одиночку? Нет, я вовсе не... Неважно. Клайв, где ты? Здесь. В чем дело? На Розарио пошли штурмом. Что? Напала вовсе не армия Дальмикии. А солдат искал, что из Клыка Дракона. Гвардия Хьюго Кубки. Они устроили бойню в Розалите, пытаясь снести ворота замка. Меня ищут. Наверняка. Видимо, Хьюго все же понял, с каким таким Сидом имеет дело. Значит, это очередная ловушка? Она, только в этот раз. Всем ловушкам ловушка. Я еду в Розалит. Ты, должно быть, шутишь. Клайв, он этого от тебя и ждет. Я... Не знаю, чем Сид так не угодил Кубке, но ты пойми. Если оставить все как есть, мир никогда не наступит. В попытках отыскать меня... Хьюго втянул в бессмысленную войну весь Сторм. Я точно не стану бездействовать, пока кто-то разносит мой родной дом по камешку. Хьюго Кубка заслуживает смерти. Из-за него я лишился стольких друзей. Не хочу, чтобы это повторилось. Пора нам прикончить этого ублюдка. Тогда и я пойду. Это дело общее, как-никак. Ладно. Перед уходом стоит поговорить с Отто. Нужно понимать, во что мы ввязываемся.
Ну, пойдем. Что-то еще здесь, смотри, есть. Можно еще перед походом по сюжету пройти одну охоту. Хотя бы одного там мини-босса убить, посмотреть, что будет, да, для разнообразия. А, смотри, нам нужно вот туда. Пошли. Геф тебе все сообщил? Мы пойдем в Розалит, но хотелось бы понимать обстановку. Что нам известно? Всякое. Никто не ожидал, что дармикийцы пойдут на империю с другого фронта, а в провинциях и подавно. Донесения идут отовсюду, и в каждом говорится разное. Я отдаю их Вивьен. Вдруг хоть она разберет, что к чему. Раз собрался в поход, обратись к ней. Ясно. Ну, мы это и планировали сделать так-то уж, если говорить. О, пришел мой любимый ученик. На чем мы закончили в тот? Да, вот так сюрприз. Собралось столько слушателей. Как там говорят, лишних знаний не бывает? Мы идем в Розалит на встречу с Кубкой. Как там обстановка? Не спешите, лорд Росфилд. Я знаю, как вам хочется вернуться домой, но для понимания сложившейся ситуации нужно разобрать события, приведшие к ней. Начнем с истории Хьюга Кубки. Или же постоянного советника дальмикийского правительства по вопросам экономики. Трудно представить более влиятельную позицию в республике, что живет торговлей. Благодаря своей должности Кубка обрел невероятные богатства и власть. Хотя в целом последнее было без надобности. Доминант Титана и так являлся последним столпом обороны Дальмикии. Чем и пользовался для своей выгоды. Он даже вытребовал себе клык дракона, один из краеугольных камней республики. Защитники клыка быстро сдались при виде золота, так что Кубка, пусть и неформально, обзавелся личной армией. То и самое, что сейчас идет маршем по землям Розарии. Точнее, по землям Империи, хотя тебе это известно и без меня. Однако напомню, что сейчас внимание Империи приковано к другой точке. Она сошлась с Дальмекией в борьбе за Кристальный Доминион. И как раз туда направила свои легионы. И без того немного солдат оставалось защищать западные провинции, а еще половина от них ушла с разрушением Вздоха Дракона. Оно и логично, железнокровки ничем не грозят, вторжение с моря крайне маловероятно. Так что прежние берега герцогства охраняла лишь горстка гвардейцев, и этот факт Кубка не упустил. Он высадился на побережье Розарии, не встретив на своем пути ни единого корабля. Все ради тебя, Клайв. Ему нужна твоя голова. Он ведет свои войска на Розалит не ради захвата земель, а для того, чтобы выманить тебя. Значит, Кубка зашел с побережья. А что насчет порта Изольда? Там безопасно? Вполне, судя по вестям от Стражи Огня. Дальмикийские корабли прошли мимо спокойно. Но не то чтобы незаметно. Узнав, что Кубка стягивает силы к Розалиту, наши друзья тут же стали помогать жителям покинуть город. Сцена для твоего возвращения почти готова. Однако пробраться в саму столицу вам будет довольно непросто. Мост Ремешок все еще захвачен людьми Хьюга, как бы имперцы не пытались отбить его. Заодно было решено не повторять ошибку последних и укрепить оборону побережья. Воды возле Розалита также под присмотром дальмикийцев.
Ответь же, мой ученик, какой из путей домой ты считаешь лучшим? С севера. Пройдем границу у Врат Феникса. А там уже через Стилвинд доберемся до столицы. Не самый скорый маршрут, зато не попадемся. Знание этих краев облегчит путь. Жаль, не сократит. Да, нам уже пора. О, ты тоже пойдешь? Конечно, я давно ждал возможности поквитаться с этим проклятым ублюдком. И ни за что ее не упущу. Что ж, тогда выдвигаемся. Вперед! Хорошо. Нам нужно вот туда. Но ты погоди. Мне интересно другое. Привал Марты. Около Привала Марты есть как раз-таки тот самый какой-то там, типа, босс. Давайте его, наверное, загасим. Почему нет, если да, я тоже так думаю. Где-то он, где-то. Только осталось понять, где именно. Бухта Палача. Три тростинки, зеленые снопы, сломанная рукоять, Истпул там уже дальше. Ну, видимо, это в бухте Палача, по-моему, да? Если я ничего не путаю. По-моему, в бухте Палача. Ну, пошли посмотрим. Что здесь у нас есть? Ну-ка. Монастырь Гледмана. Ну, короче, пошли, сходим сейчас куда-нибудь сюда. Можно поставить метку, да? Где-нибудь здесь, я думаю, что я найду того самого босса. Давайте, наверное, я сейчас скипану путь. Когда иду, включусь, хорошо? А, вот, кажись, он где. Да. Угадал в этот раз. Там все бежал, нихера там никого не было. Ну, что я могу вам сказать, ребят? Давайте приготовимся и вперед к бою. Севериан, ранг Б. Хорошо, поехали. Я готов. Как же тебе удалось выбраться из развалин? А в смысле, я же увернулся, что за приколы? Так, я понял. Хорошо, все сложно. Это не просто, слушайте, наконец-таки какой-то челлендж у нас появился. Ну пока застанили. Поехали. Прям вообще идеальное парирование было только что. Все. Почти добили. Все, ну в принципе это было несложно, но посложнее, чем рядовые враги. И здесь хотя бы гораздо интереснее получаются схватки на самом деле. Прикольно. Потом остальные в следующей серии охоты, наверное, пройдем, да? Ну, если, опять же, там слишком много сюжета не будет.
Ага, для изготовления предметов используется, хорошо. Кто среди руин водится, тот им и уподобится. Ну все, в принципе, пока что, да? Или пойти еще одну охоту выполнить? Что-то у меня такое вот есть. Знаешь, типа желание. Давайте попробуем, почему нет. Сейчас, секундочку, ребят. Попробую поискать, где находится еще одна охота. Где-то, по идее, здесь неподалеку, если я ничего не путаю, да? Да, вот здесь. Нашел в гугле его. Давай, погнали. Бельфигор, ранг Б. Ну, давайте. Кто кого? Дикая биверна в Розарии? Хорошо вышло. Ну, блин, много здоровья, конечно, я потерял. Тихо стоять. Все, хана тебе. Тихо. Почти загасил меня. Да, вот эти вот бои поинтереснее просто в разы. Почему таких боссов мало, блин, в сюжетной кампании? Хорошо. Вау, стоять. Да какого хрена? В смысле? У него же не было здоровья уже. Это несправедливо просто, потому что у него уже не было здоровья. Какого хрена он стоял на ногах по-прежнему? Вот такая же хрень, как с прошлым боссом. Я поэтому и не стал уже отпрыгивать, потому что я думал, что я добью его. Ну чё за приколы? Сейчас пошел опять, да ёб твою за ногу. Блин. Так. Дубль 2. Ты что, охерел? О, блин, не успел отскочить. Ну, половинку я почти снял. Ну, кстати. Ух ты, 25 тысяч, ни хрена себе. Ну, это хрень здоровья просто до жопы на самом деле.
Неплохо идем пока что. Ай, блин, не успел. Какого хрена? Что-то я долго стоял, тупил. Ну, сейчас, надеюсь, все будет нормально. Чтобы уж точно наверняка. Все получилось, да. Не, ну бои с этими вот именно целями довольно интересны. Но порой я вот отмечу, что я заметил, что мне не очень нравится. Вот когда ты активируешь свою ярость, что происходит? Надеюсь, больше таких не встретится. Прикол в чем? Слишком много эффектов на экране. Просто до жопы. И непонятно, что делает босс. Вот что самое стрёмное во всей этой истории. Типа, чё за фигня? Надо поменьше эффектов делать. Ладно, погнали в Розалит. Потом еще поубиваем в следующей серии, надеюсь, этих вот монстров сильных. Розалит, имперская провинция Розария. Укрепите ворота. Слушаюсь. Хьюго и его солдаты не теряли времени зря. Внешняя стена пробита. Имперцы продолжают держать оборону, но крепость неизбежно падет. Эти мерзавцы изрядно покуражились. Будто хотели стереть это место с лица земли. Просто шли к своей цели. И все из-за одного человека? К чему было устраивать такое? Действуйте скрытно, и тогда сможете проникнуть в замок, не подняв тревоги. Я поищу тех, кто не успел спастись, и помогу им выбраться. Будь осторожен. Взаимно. Избегайте всего, что избегаю я. Мне казалось, я ко всему готов, но тут... Да. Мы будто в кошмаре. Это был наш дом. Пойдем, Клайв. Сдаваться нельзя. Тяготы столичной жизни. Хм, интересное название квеста. Это не вторжение, а просто резня. Клайв, он ни перед чем не остановится. Но зачем? Клайв, можно пройти здесь.
Защита. Некоторые враги могут применять защитные заклинания, чтобы создать вокруг союзников барьер против атак ближнего боя. Ага, понятно. Магию. Убийцы! За такое их ждет лишь одно наказание. Вот наконец-таки боевая система начинает развиваться, кстати, еще. Это что такое было? Кто у нас такой дерзкий с той стороны, я не понял. Сдаюсь, сдаюсь! Смотрите-ка, кто здесь? Господа? А, блин, ну ёп, думал парирую, успею, ну нифига. Где еще? Там он что-то упало. Моток стального шелка, ну, посмотрим, надеюсь, пригодится. Ну все тормозит просто невероятно, ребята. Вот сейчас бегу, там фреймрейт падает до невероятного. Убить их всех! За мной, друзья, за императора! С дороги! Красиво было. Надо переключить атаку. Это прикольная штука, но круговая гораздо лучше, как по мне. Да вы прикалываетесь. А, тут все сложно, я понял. Там еще один остался, да, именно он щиты и накладывал, по всей видимости. Да, надо было раньше его гасить. Сейчас, секундочку. Надо поменять просто атаку. Да блин. Вот, здесь, что у нас там? Воспламенение мы сейчас поменяем на... А, это в другом месте делается. Итак, пламя возрождения. Кстати, прикольная хрень, давай попробуем, почему нет? О, там что-то новенькое у нас, я смотрю. Сейчас, погоди, сначала мелочь зафигачим, чтобы она не мешалась. Ну-ка, смотри, бэмс. Ух ты, а прикольная хрень. Офигеть. Сейчас усилим свои атаки. Двадцать три тысячи. Ну, в принципе, неплохо, вы знаете.
получилось. Ну, у него шансов просто нет теперь. Ну, здесь можно подняться. Да, прям фризы, заметьте, чудовищные. Что происходит-то вообще? Оптимизация, где ты? Где ты? Уже сколько ждем? С релиза прошло уже немало времени. Разработчики. Ну вот японцы, они все время вот забивают в итоге. Игру выпустили, такие, а ну и ладно, ну и хер с ней. Давайте другую делать. Может, в следующий раз получится оптимизировать получше. Все стабильно. В Японии ничего не меняется. Геймдев там вот вообще интересный, скажем так, да? Пошли прочь, не то сдохните. Эта атака просто читерская, слушайте. Это нельзя сломать, подожди, а перепрыгнуть нельзя тоже, скорее всего, да? А куда же нам идти? Капец, как все фризит, жесть. Причем это, ну блин, там снижается сильно разрешение. В чем проблема-то, блин? Замок рядом. Там все и закончится. Воля молнии, хорошо. Но это пока нам не нужно, особо ничего не дает. Ну там быстрее будут у тебя восстанавливаться способности. Ну не знаю, такое себе. Эх, не успел. Еще враги на подходе, что-то как-то они это не хотят сдаваться. Я понял, принял. Подожди-ка. Ты что, прикалываешься? Кто это делает? Рано. Точнее, ну, в смысле, блин, надо было чуть вперед пройти, а потом только эту атаку использовать. И последний вон он, да? Все. 28-го мы уже, красота. Выпускайте. Очередная зверушка. У них Керл. Взять! Готово? Ну еще бы. Это что за приколы? Что умеет Керл? Давай посмотрим. Кися, иди сюда. Ай, блин, стоять. Получилось. Ну, вроде босс легкий. Ветер не нравится, по всей видимости, да? Сбили.
Так, воспользуемся этим. Получилось. Девятнадцать тысяч маловато. Что вообще происходит? Нихера, что творит, смотрите, дичь какая. Да чтоб тебя. Почти добили. Получилось, да. Красота. Ну, босс что-то непонятный. Ну, вроде неплохой, но что-то я так и не понял его, если честно. Столько эффектов на экране, что там вообще даже мувсет не видно ни хрена. Джилл. Вот мы и встретились, Сид. А точнее, лорд Росфилд. Я потратил на поиски тебя уйму времени. Пусти ее кубка. Славно, что вы приняли мое приглашение. Я так старался все украсить. Вам нравится то, что получилось? Ублюдок. Жаль, твой предшественник не смог прийти, но я уверен, что беседа с тобой будет не менее приятной. Не дергайся, моя снежинка. Я не позволю тебе растаять до твоего бенефиса. Чтоб тебя. Ну что ж, можно начать праздник. Прекрасно. Просто прекрасно. Придется все делать самому. И что делать теперь? Хотелось бы узнать. Палач! Как эффектно он заходит, да? Кого казним сегодня? Ты, пленный, сюда.
Вот и поделом ей за связь с беззаконником. Лучше выбрала меня. Лорд Кубка велел привести тебя. Будешь глядеть на казнь этой девки. Жаль, мы бы... Геф! Кристальные кандалы не просто снять, да? Сейчас я управлюсь в два счета. Где Джилл? Во дворе. Проклятие. Нужно спешить. Имперцы уже отступили и убрались из замка. Но людей Кубки тут еще полно. Я займусь ими. А я пойду наверх и выйду сзади. Не увлекайся, ладно? Чуть не забыл. Держись, Джилл. Я скоро буду. Ох, не повезло, конечно, Кубке, но нужно попасть во двор. Ну, я думаю, сейчас у нас серия длинная, уже получилось достаточно. На сегодня все, ребят, в следующей серии продолжим. Интересно, что там будет впереди. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментировать, также подписываться на канал, на телегу подписывайтесь, там новости канала, я там пишу обо всяком, и о кино там, и о... там всякие баги выкладываю, с которыми я сталкиваюсь в играх. В общем, там много всего есть. Плюс будете в курсе всего, что происходит на канале. Кроме того, не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Ссылки все в описании. Там есть Boosty, там платная подписка и куча эксклюзивов, и скоро появится новый. Кроме того, можно поддержать канал через Donation Alerts донатом. Вот и все. Опять же, повторяю, ссылки все в описании или в закрепленном комментарии. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.